В американском штате Мэриленд власти объявили чрезвычайное положение. Из-за сильных ливней затопило город Элликот. Вода достигла уровня второго этажа в жилых домах. Люди были вынуждены перебраться на верхние этажи и вывесили флаги с надписью «СОС». Тем временем в штатах Алабама, Флорида и Миссисипи готовятся к мощнейшему урагану Альберта. Он приближается к восточному побережью США. Эксперты уже подсчитывают возможные убытки. Они могут составить около миллиарда долларов. Во многом из-за того, что туристы спешно покидают небезопасные территории. Мы попробуем уехать домой уже завтра, но увидим, как будут развиваться события. Я не думаю, что мы уедем. Я думаю, мы останемся и как-то переживем. Мы справимся.